7:10. Мой завтрак. Сегодня у меня такие три бутерброда сытных на 400 килокалорий. Вот я посчитал. Хлеб 75 грамм, 185 килокалорий. Запеченная свинина. Сам свининочку запекал. Очень вкусная в духовочке. 50 грамм, это 115 килокалорий. Сыр сулугуни 40 грамм. Положил так побольше сыра. Все это на сковородке прогрел, духовку даже не включал, под закрытой крышкой. И получилось у меня белков 22, жиров 20, углеводов 33. Все хорошо, все в норму. Немного большая порция обычно для меня, но просто я знаю, что мне сегодня очень много ходить придется. Ну, есть кое-какие дела, поэтому... И очень хочу кушать. Все. Приятного аппетита. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Поехали. $9.52 мой перекус. Сегодня у меня сыр бри. Смотрите, я посчитал вам. Сыр бри 50 грамм, 167 килокалорий. Кофе черный 100 грамм, 10 килокалорий. Молоко сгущенное с сахаром 10 грамм, 32 килокалорий. Итого белков 10, жиров 14, углеводов 5. Практически углеводов нет. Немножко для украшения я кинул укропчика для пользы переваривания. Вот так выглядит чашечка с кофейком и сгущенным молоком. Все натуральное, все вкусненькое. Сыр на самом деле, это из дорогих сыров бри, ну не самые дорогие, но все-таки не простой, не голландский. Но когда вы подлавливаете момент и покупаете по акции, он получается примерно в ту же цену, как обычный голландский. Но дело в том, что посмотрите, 50 грамм тонко порезанного сыра, это... целая тарелка, а калорийность вы видели всего, сейчас скажу, сколько, 209 килокалорий. Кушайте и худейте. Худейте красиво и правильно. Приятного всем аппетита. 14:00, мой обед. Доедаю сегодня пиццу свою из лаваша на мяске с вином, она сделана. Помидорки, сыр сулугуни. Очень вкусная, красивая получилась. Вот такая делается очень легко. Немного бурьена. Приятного всем аппетита. 18:00. Мой ужин. Сегодня у меня салатик с помидор, зеленый лучок, укропчик, сметанка. Очень вкусный. Я обожаю. Вот не знаю, огурцы, вот я равнодушен к ним. Помидоры со сметаной я обожаю с лучком. Плюс синенькие у меня такие а-ля огонек. Купил на привозе. Сам я не делал такие. Хотя надо как-то научиться, лучше, чем делаешь сам, никто никогда не сделает. Но очень вкусный, тоже классный. У нас на привозе волшебники просто по приготовлению всяких вкусняшек. И отварной окорочок. Я кушаю с кожицей. Кто не любит кожицу, может снимать. Но, по сути, ничего там, блин, страшного нету. Приятного всем аппетита. 21:00, мой вечерний перекус, яблочко у меня сегодня такое хорошее, большое, и кефирчик. Приятного всем аппетита, кто кушает вечером, не боится, и спокойной ночи, удачного похудения. Нас на ютубе под хэштегом жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.